Всем привет! Сегодня готовлю вкусные пончики, перед которыми невозможно устоять. Они получаются очень вкусными, воздушными, пышными, с хрустящей корочкой. Состав рецепта вы также можете посмотреть в описании под видео. В небольшой кастрюле соединяем молоко и воду. Немного подогреем. И перельем в глубокую миску. Добавим 2 столовые ложки сахара. Дрожжи. Перемешаем венчиком до однородности и поставим в теплое место на 15 минут, чтобы дрожжи ожили. Растопим сливочное масло в микроволновой печи. А пара подошла, разбиваем яйцо, добавляем остывшее сливочное масло, соль, перемешиваем венчиком до однородности. Просеем муку. Постепенно добавляем муку в тесто. Замешиваем тесто сначала в миске, затем на столе. Тесто получается эластичное, совсем не липнет к рукам. Оно и не мягкое, и не тугое. Укладываем тесто в миску, закрываем крышкой и ставим в теплое место для подъема на 1,5-2 часа. Тесто хорошо увеличилось в объеме. Перекладываем тесто на стол, формируем лепешку. Раскатываем лепешку в пласт толщиной 10 мм. Вырезаем стаканом пончики, собираем обрезки и снова раскатываем пласт. Даем пышкам подняться примерно в 2 раза. На сковороду наливаем растительное масло так, чтобы пончики плавали в масле и не касались дна. Как масло хорошо нагреется, опускаем пончики и жарим с двух сторон до золотистого цвета. Жарятся пончики очень быстро, буквально по 40 секунд с каждой стороны. Выкладываем готовые пончики на салфетку, чтобы ушел лишний жир. Посыпаем пончики сахарной пудрой и подаем к столу с ягодами или джемом. Очень вкусные пончики, когда они горячие, но и в холодном виде они тоже хороши. Пончики получаются просто обалденные, они мягкие и воздушные. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения!